МЧС бесплатно почистили дымоходы горожан. К социальной помощи были привлечены жители населенного пункта Кайнар-Булак. Благотворительная работа проведена в рамках месячника «Пожарная безопасность». В этот день специалисты посетили газопотребляющие печные дома и провели беседу с горожанами. В акции по предотвращению мер безопасности также приняли участие репортеры канала. Николай Земляной, инвалид первой группы и 80-летний старик, живет один со своей женой. Для гражданина, которому трудно передвигаться, чистка дымохода – непростая задача. Сегодня к нему домой специально приехали специалисты и бесплатно почистили дымоход. Благодарность старика за доброе начинание безгранична. 80 лет. Всю жизнь проработал в обкоме партии шофером. И это. Потом немного в налоговой, потом в 97 году у меня был инсульт, я заболел. И вот с 97 года я на инвалидности. Спасибо большое. МЧСникам помогают. Вот вызываем, они приезжают и помогают чистить. Акция пожарной безопасности длится один месяц. В этот период специалисты будут работать по четырем направлениям. Там проведут проверку газопроводов, проведут информационную работу для жителей и очистку труб. На территории города 194 тысячи частных домов, из них 10 105 печи. Мы посещаем эти места и проводим разъяснительную работу. При проведении устройств следует соблюдать осторожность. Эксперты призывают жителей быть осторожными с газовыми трубами. Также неплохо было бы пригласить поквартирных инспекторов и позаботиться о безопасности. При установке газовых установок дома лучше обратиться за помощью к специалисту. Не перемещайте положение того, что было размещено ранее. И это я говорю про печи. Необходимо впустить в дом приезжих специалистов. Это же ваша безопасность. Нужно отметить, что 56% пожаров в Шымкенте возникают в частных домах. То есть в домах с печами часто возникают проблемы с засорением дымохода и отключением газа. Поэтому с сегодняшнего дня специалисты начали работу по обеспечению безопасности во время отопительного сезона. Нургис Абдижалилов, Ербол Махашев, новости.